Привести Юлю на футбольный матч – это идея хорошая. Но вот затащить подругу на футбольное поле – миссия практически непостижимая. Начали мы челлендж с малого. Переоделись в спортивную форму, чтобы хоть как-то постичь азы футбола. Перед любым футбольным матчем важна разминка. Ну, мы с тобой не особо знающие особо, но нужно как-то будет постараться. Научи нас правильно разминаться на футболе. Разминаться, чтобы ноги бить? Ну, хоть как-нибудь, нам уже даже не важно как. Сначала надо разогнуть ноги, чтобы можно было мячом нормально воспользоваться. Это вот так? Только вот пришли мы на самый настоящий спортивный праздник. Два суперсильных футбольных клуба «Динамо Минск» и футбольный клуб «Информ» боролись за первенство как могли. Сегодня будут разные приколы по типу удаления игроков, еще разные правила будут меняться. Короче, будет настоящее зрелище на футбольном поле. Да-да, правила сегодня будут меняться со скоростью света. В планах у судей удалять игроков с поля, вводить дополнительные мячи, причем не всегда общепринятых размеров. Поэтому настраиваются команды по-своему. А у вас тут какой-то спа-ритуал? Типа газон? Вместо пляжа? Понимаете, 30 градусов, очень тяжело. И поэтому мы решили так, отдохнуть немножечко, и все. Нам достаточно, мы уже не хотим играть. И телезрители пин-кода, вы тоже используете эту тактику. Если хотите усердно работать, сначала отдохните. И пока футбольный клуб «Информ» проводит победные ритуалы... Это Михалыч, кстати, знакомься. Михалыч? Да, это Михалыч, это мой друг, помогает мне во время матча. Реально? Подождите, а ему как-то пить дать? Зачем? А чего он помогает? Нужно поздороваться вот здесь. Удачу приносит, как талисман мой. Ой, слушай, ты такой милый, Михалыч. Михалыч Бадабумыч. А что такое Бадабум? Бадабум – это моя фирменная фишка, мой тренд, который я создал недавно в ТикТоке. Ребята поддержали меня в этом плане. Бэка! Бэка! На часах у нас прямо сейчас перерыв, а это означает, что необходимо занять чем-то игроков, да? Да, конечно. А как минимум отобрать 10 человек и дать им возможность забить в ворота, на которых стоит вратарь команды блогеров. Ну а что поделаешь, что поделаешь? Пенальти профессионально нужно отрабатывать с раннего возраста. А мы тоже попробуем. Юля, давай! Юля, точечку! Точку! И точка, несмотря на то, что она нарисована, специально обученный человек показывает. И давай! Гол! Молодец! Конкуренция повсюду. Считайте, что она захватила стадион «Динамо Юни». Только тренеры пытаются сохранить баланс и поднять командный дух. Ребята в перерыве попросили, говорят, тренер, ты что-то много говоришь, выйди делом покажи. Ну, пришлось тряхнуть стариной. Финальный поединок порадовал и зрителей, и футбольные клубы. Болельщики стали на сторону своих любимых команд и сделали все для того, чтобы сегодня победила дружба. Ну что ж, счет 5-5, получается, ничья, партнеры мы с тобой. Главное, что все хорошо и что победила дружба. Ты так надеялась, что она победит, что в итоге все мечты сбылись сегодня. Да. Прямо вот на этом поле. Потому что главное верить, и все сбудется, и все будет хорошо. Правильно? Да! Все! Да!